Приветик, не спящие и все остальные любители игр по 200. Да, наконец-то я нашел игру, которая не весит больше 500 метров. Наконец-то есть во что поиграть. Если вы слышите собаку, то это нормально, потому что на улице, мать его, лето. А я забыл закрыть окно. Но не печальтесь. Сегодня с нами, так сказать, на записи гости наших врагов. Которые я буду периодически молоть. Наверное. Так вот, о чем игра? Я не проверял движок этой игры. Я подозреваю, что это Unity, и очень надеюсь, что это не так. Мы сейчас это быстренько и проверим. Нашел. И это Unity. Близко. Ну ладно, жаль, конечно, но ладно. Так вот. Значит, тема такая. Где это? Бла-бла-бла, ретро-футурин, симулятор психиатра. Приветствую, граждане. Вы уже были осведомлены. Теперь о вашей дочери заботится структура. Она была помещена в карантин в Зигноке? В институте Зигнока? Так как она проявляла высокую ментальную активность. Вернее, проявляла признаки ментального заболевания. Хотя и не факт. Но детали этой болезни засекречены. Вернее, этого состояния. Но мы вас уверяем, что она в хороших руках. Если что, не граждане, а гражданин. Нет, это не Papers, Please, нет. Ну, похоже, конечно, наверное, но, скорее всего, нет. Так, в запросе на посещение вашей дочери отказано. Доступ в институт можно получить только с уровнем гражданства 3. Мы слышали о вашей обеспокоенности, но не стоит волноваться. Ваш... Чего? Дневной... Видимо, дневной паёк уменьшен на 2? Неважно. Хотя и не факт. Что это? Я посмотрел разработчиков, но... Я не проверял, они ли делали Papers, Please, но пока что это чертовски похоже. Ай-яй-яй, вот это я зря сделал. Прочитать не успел. Твою мать. А можно как-то звук убавить? Ваша обязанность... диагностировать и лечить аномальных граждан структуры. А почему я... Почему со мной разговаривает говорящий... мегафон? Рупор. Какого... Как мне... настройки? Можно? Спасибо, игра, спасибо. А у тебя и так уже убавлено. А еще язык можно поменять. А у тебя и русский есть? Вернее, у тебя. Давай. Посмотрим на перевод. О, заодно и ролик заново посмотрим. Я его вроде пропустил. Или не пропускал. Нет, мы его видели. Можно это? Пропустить нельзя. Ладно. Допустим. Нет, все-таки можно. О! Ваша дочь на лечение, ее поместили в карантин, бла-бла-бла, я это уже вам читал. Да, ваша дневная плата снижена на 2.
А можно третью бумажечку мне? Вот да, вот ее. Вы были приняты в программу сканера разума. Здесь вы найдете необходимое для работы оборудование, включая радиофон, через который вы будете получать дальнейшие указания. Конструктор благодарит вас за службу. Вообще интересная концепция игры. Диагностировать лечительное... Ладно. Шоколадно. Ах, почему ты такой громкий? За каждое лечение вы... Дай мне пролистать-то. За каждое произведенное лечение вы получите 15 капок. Кепок. Будем условно называть их кепками. Если вы не в состоянии внести ежедневную оплату для содержания, maintenance, ну, содержание. А по завершении дня вы будете изгнаны в структуры в зону отчуждения. Интересно. Особенно это интересно, если вы играли в Дейс и... Старый Дейс, который модом был. И слово «кепка» для вас звучит немножечко необычно. На этой карте структуры показаны граждане, которые демонстрируют признаки странного поведения. Смотрите... Жителю нужна помощь. Идите к нему. Я не хочу к нему идти, пусть он идет сам сюда. Сводка дня. Ага. Отмотать день? Не надо. Так, это что? Ага. Следуй правилам, бла-бла-бла. Ясненько. Ваша задача, карта жителя... Лечение требует сноровки, процедуры могут также приводить к изменению личности. Очень интересно. Так, это карта, да? А это конец дня. Хотите? Нет. Так. Корнелиус Пенни. Истинный любитель живой природы и лесничий парка Треугольник. Он знаком с деревьями в структуре. В последнее время его связь с природой стала еще сильнее, он считал себя деревом. Что ж, необычный случай. Вот уж действительно ладно. Хотя и не факт. Этот гражданин уже был просканирован. Угу. Симптоматика 3. Что это значит? Угу. Пока не кончилось время? Какое время? Где время? Где-то отсчитывается время? Нет, вроде. Странно. Ну, просканировано уже было. Нам надо просто вылечить. А. Да, действительно отсчитывается. Ну, допустим. Что мне делать? Ага. Так. До меня, походу, дошло. Странный очень геймплей, я вам скажу. Но вроде... Норм. Плюс 15 кепок. Ты не дуб. Да, все верно. Видимо, я слишком много времени проводил среди растительности. Пожалуй, стоит навестить друзей. Прекрасная работа. Сегодня нет других граждан, нуждающихся в вашей заботе. Отдохните и возвращайтесь к работе завтра. Угу. Как интересно. Может быть, перемолоть кости наших врагов. Хотя, попозже. Дочь в комнате, вы пытаетесь отпереть дверь, но ключ ломается, она кричит. Ну и пусть себе кричит. С разрешением ничего сделать, по-моему, нельзя. Тут есть только настройки вот этого вот. Дорогие граждане, нуждаются в вашей заботе.
Выберите гражданина, пройдите сканирование, чтобы оценить его. Не забывайте, что вы несете ответственность за диагноз. Хотя и не факт. О. Давайте эротичную красную выберем. Стефи Искорки. Стефи Искорка. Лицо Стефи Искорки можно увидеть по всей структуре на рекламах. Вернее, на рекламных билбордах, плакатах и товарах. Вернее, товарах. Несмотря на ее успех, ее что-то беспокоит. Ее поведение может отразиться на наших гражданах, поэтому нужно действовать. 85 это стоит, 40 и 40. Давайте что подороже. О, сканер? Ну, конечно. Я раскрыла глаза и начала критиковать правительство, и тут появились вы. Ха-ха, невероятно. Ну что ж, какая неприятная встреча. Хотя и не факт. Сканер ни разу не сканировал. Посмотрим, как это работает. Ладно, я скажу, что вижу на этом экране. Надеюсь, это как-то поможет. Начнем, что ли? Валяй. Это фабрика Дзиньока. Люди, которые в ней работают, болеют разного рода недугами и мутациями. Им не оставляют выбора. Они всех назначают на безопасную работу. Интересуется мутациями консультант по занятости против системы занятости. Интересуется мутациями. Неправильно? А что мне нужно было выбирать? Луч видела однажды, как полиция применила его на уличном торговце. Секунды, и он упал на землю. Не одобряет жестокость полиции, ненавидит уличных торговцев. Организовывает бунты. Ну, сто пудов. Террорист. Не одобряет жестокости полиции. Ага. То есть, каких-то вот прямых ответов тут нет. Они, в принципе, все подходят. Ну, в принципе. Толпа людей просто стоит на месте, чего же они ждут? Похоже на безвольных овец, но не я. Я превратилась в пастуха, пасет овец. Но именно, да. Изгой пробудилась. Что это значит? Ну хорошо, допустим, пробудилась. Это похоже на конструктора. Контролирует все из жемчужины, меня это приводит в ярость. Ужасный гиборг, холодная машина. Лишь немногие в курсе, как он или она на самом деле выглядит. Какая разница? Не любит конструктора, хорошо запоминает лица. Восхищается конструктором. Не любит конструктора. Что у нее с хлебалом было только что? Она одержима плодом фантазии о том, что структура не действует в ее интересах. Она определенно настроена против системы, а такое поведение угрожает нашему обществу. И что мне выбрать? Норм? То есть это как-то будет влиять на будущее или нет? Так, одержима... Ага, не требуется. Ну, допустим. Конечно, здесь не требуется плюс 3. А если бы я лечил, мне дали больше, наверное. Наверное, так оно и есть. Простите, если я показал излюк, и кажется, что общество свернуло не туда. Нужно что-то с этим делать. Вижу, вы хорошо выполняете свою работу. Простите, что вас сомневалось. Да как раз таки, по-моему, наоборот. Она своего рода угроза для общества. 95? Нифига себе, у вас тут, конечно, ценник. Но мы успеем только одного провернуть. 95 это много. Обычная девочка-грязипанк? Чего? Кто? Это панк, который обмазывается грязью, да? И бегает по улицам, орет или что? Который живет на улице, потому что платит минимальную техоплату. Паразит на теле структуры. Ну, почему же раз паразит? Она же платит? Платит. Друзья говорят, что она всегда была странной, но безобидной. Что-то изменилось. Друзья Нэнси называют ее милой и приятной общением, но ходят слухи, что у нее есть и более темная сторона, известная только врагам. Ну, выбирайте, да, бабулька либо панк. Хотя вы выбрать-то все равно, наверное, не сможете, так что бабулька.
Хотя и не факт. А почему она синяя? А, мутанты. Логично. Я прошу, помогите мне, пока моя нога вас не остановила. Это что, угроза? Нет. Я только... А ну тихо, нога, тихо, простите, это все... Нет, нога, фу, перестань, нет. Что? Чего? Со всего размаха ее нога врезается вам в живот. Вас тошнит на пол. Минус 15 времени. О, простите, мне так жаль, я не хотел, это все нога виновата. Вы мне поможете? Я попробую. О, это очень любезно, спасибо. Надо было изначально с ним, вернее, с ней дружить. Но это конец второго дня, а у нас как бы проблемка. Так, мне пока нравится геймплей, относительно неплохо. Чего? Ваша дочь проходит дальнейшее изучение в институте. Возвращать ее домой было бы опасно для нее и окружающих. У нее все хорошо. Но мне о чем беспокоиться, это очень любопытный экземпляр. Ладно. Мне не нравится, что на кнопке написано «Ладно». А бабулька? А как мне... Наверное, какой-то... Ага, есть все-таки, да? Так, пациенты. А куда делась бабулька? Я так не играю. Ладно, пофиг. Кто у нас на очереди? А, все-таки бабулька есть, да? Они еще и перемещаются. 35, 35, 80. Дерек Гремли все больше заботил... Вернее, семью Дерека Гремли все больше заботил волшебник по имени Пипито. Вымышленный персонаж, роль которого играл сам Дерек. Ну это точно долбанутый нафиг. Давайте с бабкой разберемся, там всего 35. Я думаю, мы успеем за сегодня. А зачем вообще было ограничивать по времени, если... Если все равно... В целом выйдет в день, ну, два человека максимум, и то не факт. Избавьте меня от этой напасти. Сканер! Ублюдок, который меня ударил. Я не хотела причинять ему боль, но моя нога прошлась по нему. Она его ударила и продолжила по нему бить. Было ужасно. Видит летающие ноги. Мстительная нога. Бьет по нарисованным мишеням. Мстительная нога. Правильно. Ну просто что из этого верный вариант? Чехарда, моя... Вернее, одна из моих любимых игр в детстве, но меня дразнили не очень веселой женщиной. Хотя и не факт. Она такой огурец, что и... Не факт, что она вообще женщина. Моя нога им всем показала. Не любит игры. Мастер спорта по чехарде. Что? Терпела издевательство. Разбитое окно, моя нога кровоточит. Как она это делает? Не могу этим управлять, просто... Хотя и не факт. Любит ломать стекло. Потеря контроля. Кем-то ранена. Потеря контроля. А что если все три варианта правильные? Ну или хотя бы два из трех вариантов правильные. Просто добавится разное... Вернее... Разный... Трейд. Нэнси подвергает опасности себя и окружающих ее... Своевольная нога всю жизнь наносила вред случайным людям вокруг нее. Она отчаянно желала, чтобы это прекратилось. Ну, допустим, мы ее вылечим. Хранитель? В смысле хранитель? А можно мне терминологию почитать? Твою мать! Ну ладно, давай. Пожалуйста, исправься. Чего? Кажется, работает нестабильно. Избегайте красных участков, или ваш пациент получит стресс. Если нужно разработать новое устройство, используйте левую панель. Выберите устройство, которое соответствует типу. А что, тут нет такого, разве? Ну, вот, допустим, это... 65 времени? А, о. Интересно. А это что? Идентитектор. Чего? Восполняет личность. А, ну, херня.
акупунктура, таблетки, легчин, друже, прояснин. Кто переводил это говно? Я думаю, нам хватит и обычного. Так. Воу. Аккуратнее. Нихера себе. А не многовато ли? Эх, не дотянули. Ай, еще разок. Да твою мать! Квадратики. В смысле? Как это работает вообще? То есть понятно, что надо просто держать до упора, но когда ты не попадаешь в нужную клетку подсвеченную, то оно отваливается почему-то со временем. Нет, странно. Готово. 15. Ну да, за лечение дают побольше. Вот, смотрите, я снова могу управлять своей ногой. Серьезно. Допустим. Никакой реакции, это настоящее чудо. Это было странно. Но допустим, 112. Куда мы еще можем сгонять? За сотку? Ну это пипец как дорого, я для него просто не успею доехать. Что? Не пойдет. Не-не-не, не заставите. Давайте панка проверять. Может она вообще не требует лечения. Вернее, исправление. Слушайте, секунду, как вы видите молодую девушку, что она... Она еще и беременна. Ну, восхитительно. Нет, я в курсе, кто ты. Чего? Не нужно, чтобы меня сканировали. Прошу, уйди, мой сын родится со дня на день. Если мне поставят диагноз, структура его отберет. Но он не сможет функционировать без меня. В смысле? Почему? Успокойтесь. Нет, я не успокоюсь. Мой ребенок, он робот. На снимках он выглядел как обычный ребенок, но он робот, никто мне не верит. Так, это уже серьезненько. Мои старые друзья, хотя наплевать, они мне уже не друзья, один из них отец, и я не уверена, кто именно. Дон О, Пауло, Ред О, что? А кто-то из них робот. Много друзей, отец не найден, все вокруг роботы. Отец не найден. Другой берег Красного озера. Весь этот город — робот. Все работает на Зиньёке. Ничего странного, что уже и дети рождаются роботами. Это вполне естественно. Не любит роботов. Родила в Красном озере. Верит в техноэволюцию. Родила в Красном озере? А чего? Как ты вообще вышел к ответу «родила в Красном озере», если тут просто одно грёбаное предложение, которое относится к Красному озеру? Не любит роботов. Неверно. Да, логично вообще-то было. Мой сын уже, вернее, только уже взрослый, он много добьется своей способности. Мечта о будущем, есть взрослый сын. Сын станет инженером. Мечты о будущем. Мой последний дом перед тем, как убежать. Я раздобыла заряженный кристалл с Зиньёки. Я в курсе, что они под запретом, но как еще мне было кормить ребенка? Я с тех пор никого из храма не видела. Зависимость крадет ради наживы, готова на все ради ребенка. Готова на все ради ребенка. Официалы ходят по улицам, не нравится мне эта диктатура, все должны по струнке ходить, а вот центр подножья мне нравится, в трущобах есть душа. Хотя и не факт. Не одобряет структуру, помогает официалам, не любит улицы, не одобряет структуру.
убеждена в том, что ее будущий ребенок робот. Она боится, что структура отберет его и считает, что для выживания он нуждается в Синьёко. Чиним. Странно это как-то выглядит. 8! Нифига себе. Тоже хранитель. Давай чинить. Нет. Они отберут моего ребенка, пожалуйста. Из-за этого диагноза будет столько проблем. Ладно, давайте исправим эту хрень. А может попробовать создать новое что-нибудь? Ну, например, вот эту вот хрень. 65, а нам не хватит. А есть подешевле, да? Ладно, вот это сколько стоит? 70. А это? О, 50. Вот тогда промахиваться нельзя будет. А что там есть пониже? А, это просто бафы. А как это вообще работает? Давайте попробуем. Детектор сетчатки. Органическое устройство позволяет заглянуть. Повторите шаблон, чтобы вылить. До 3 единиц в ряд. Ага. Интересно. Ну, допустим. Допустим. А как это... О. Поехали. Что это вообще такое? Оу. А, тебе нужно вот это. Ай, недолет. Время вышло. Ну, ладно. В следующий раз. Структура держит время в силах вам помочь. И считаем, что вы в силах помочь нам. Важно хорошо обходиться со своими пациентами. Не ломайте людей, ломайте структуру. Восход луны. Ну, нет. Зачем мне ломать структуру? С какой радости? Вы плывете по небу, да-да, нежные облака, очень интересно. Вы получили небольшую посылку от Нэнси Уилфорд. Это та бабка с ногой? Открыть. Блестящий брелок в виде ботинка и записка. Надеюсь, это придаст вам волшебного пендера. Плюс 20 времени. Ну, спасибо. Недавно со сканерами связалась террористическая группировка «Восход Луны», и эти люди намерены разрушить наше общество, их нужно остановить. Да и не сказал бы, они вступали с вами в контакт, да? Мы сделаем все, чтобы их остановить, будьте начеку, а имя нормальности. Понятно. Так, 80, 65, 105. А почему так дорого? Вот давайте за 105. Ну это пипец как дорого. Я там не доделал кое-что. Ой-ой. Просто началось. А нет, показалось. Давай чинить твое говно. Как это работает? Никак не работает. Ладно. Пофиг. Ау. Ау. Ну, слушайте, ну это непросто. Нет, это правда непросто. Если вы думаете, что это просто, это нифига не просто. Это еще время тратит. Не, ну это жесть просто. Что это вообще? Где этот квадратик? Я квадратик потерял. Вот он. О, наконец-то попал. Что за шутки? А поменять можно на ходу? Можно. Прикольно. Упс. Стресс. Лечение надо прекратить. Ладно. У нас еще 52 есть. Но я ни туда, ни сюда не успею. Как бы. Смысла нет. За четверку... А у нас там семерку в день, по-моему, сжирает. Давайте. Крестики. Ну, крестики так крестики. Горлорайзер. Кошмар.
колесо, увеличьте мощность. Будьте аккуратны, не спешите. Ну, допустим. За 22 еще можно что-то сделать? А может быть что-нибудь дешевое? За сотку? 6. Закрыто. Жаль. За 25 есть. Ну, это дорого. Завершить день. Ну, придется. Придется. Наша служба и опасна, и трудна. Ребенок умер через несколько часов после рождения. Она накормила его чистой зиньёко, поскольку считал его роботом. Ребенка ждала кремация. Была изменена структура и отправлена в зону отчуждения. Опа. Мне надо срочно кого-то починить. Сложилось хорошее впечатление, вы можете обо всем мне рассказывать, бла-бла-бла. За кем мы поедем? За пятеркой. Мы поедем за пятеркой. 100 пудов мы поедем за пятеркой и будем его чинить. Неважно, чем он болеет, мы его починим. Я надеюсь, мне на это заплатят. Госканер, позвольте пожать вам руку. Здесь для обмена опытом я могу продемонстрировать вам мои методы, если нужно. Что вы имеете в виду? Он достал что-то похожее на шлем для сканирования и лечащее устройство. Среди путаницы проводов что-то искрило, когда он включал оборудование. Я вел подробные записи и ничего не оставлял на произвол судьбы. Результаты невероятные. Мои пациенты сообщали о кардинальных изменениях. Сами коллеги. Так, мой Шурин. Торгаш техникой. Вернее, торговец техникой в подножье. Он мне сделал все необходимое, на мой взгляд, получилось весьма похоже. Мне нужно сравнить мое оборудование с вашим. Смотрите, какие у вас там железки. Директор моей школы говорил мне не совать нос куда не следует, но я всего лишь поставил камеру в комнате учителей, чтобы повысить эффективность. Длинный нос подглядывает, поддержка порядка. Подглядывает. Нет? В смысле? Погодите, кажется, ваше сканирующее устройство брахлит. Это чье-то чужое сканирование. Я не притворялся сканером. Самопровозглашенный сканер. Устройство сломано, читает чужие. Самопровозглашенный сканер. Слушайте, ответ меняется. Схема общественного транспорта структуры. В идеальном порядке никаких изъянов. Превосходно работающая система. Любит структуру. Причем здесь карта сокровищ вообще? Красный? Плакат? Кто плакат? Управляторов? Чего? Наркомания какая-то. Хотя не факт. Это моя музыкальная группа и школа. Наши песни были посвящены общественному транспорту, планированию, расписанию и всяким таким классным вещам. Плагиат. Рисует плакаты. Стремление все контролировать. Наши песни были посвящены общественному транспорту, планированию и расписанию. Рисует плакаты. Нет? Какого х... Это стандартная модель, что не посещает. Такие яркие цвета, изменение форм полностью соответствует. Смотрите, птичка. Птичник. Легко впечатлить. Интерес к сканированию. Интерес к сканированию. Моя гремучая змея... Чего? Линия 6А? Диагональная магистраль, которая проходит через весь нижний сектор. Пришлось потрудиться, чтобы получить этот маршрут. Доставляю людей туда, куда им нужно. Любит змей. Модель поезда. Контроль над людьми. Модель поезда. В смысле? Какого хрена? Мой старый игрушечный поезд. Я уже... нужно быть контрольным. Так, игрушка работала. Увлекается поездами. Это человек, совершенно здоровый, с ним все в полном порядке, никаких... Сразу видно, какой молодец. Влюблен, боится болезни, интерес к душевному здоровью. А вот это что такое? Нездоровая одержимость контролем не заставляла Реймонда производить несанкционированное лечение в даровании, что делало его угрозу для безопасности граждан. Чиним.
Кондуктор поезда? 10? Дизайнер? Жесть. А чего так много-то? Нам времени-то не хватит, наверное. Я же на вашей стороне, если пытаетесь, то это может привести к осложнениям. Каким еще осложнением? Не слышал ни о чем подобном. Вот это. И вот это. Слушай, ну это жесть просто. Попасть именно в этот квадратик — такая проблема. Кошмар. Нет. Нет, вот это. То есть неважно, да, что по цепочке мы идем или не по цепочке. Важно просто их убирать оттуда. Допустим. Ой, слушайте, ну это пипец опасно. Такое разделение прям ненавижу. 6. Еще 6 осталось? Вы издеваетесь? А такого нет, по-моему. Можно еще раз? Треугольник у треугольник. Еще разок. Треугольник, треугольник, треугольник. Точно могу сказать вот что. Здесь какой треугольник был? Еще раз. Ага. Я в курсе, что устройство не то. У нас осталось 60 секунд, надо торопиться. Почему так мало времени дают? Кошмар. Можно рискнуть, кстати, и попасть, попытаться в дырку, но... Не. Это для слабых. Лечение завершено, плюс 15. О, теперь можно жить. Поезда. Мы запомнили, упомянуть небольшой побочный эффект. Они ослабляют личность ваших пациентов. Если личность будет полностью стерт, ее уже будет не узнать, но не волнуйтесь, вам заплатят в любом случае. Ясно. А, не слушайте структуру. Вам нужно беречь своих пациентов, не стирайте их личность. Лечите, но лечите осторожно. 43. 43. Не, ну, этих, до этих мы уже не доедем сегодня. Какие 43? Вы что, о чем? Нет. Сегодня мы делаем... Чего мы делаем? Вот это мы делаем, видимо. Так. Ага. Повторите звуковой ряд. Ладно. Хрен с ним. Ладно. Ну, тут такие проблемные, конечно, загадки... Просто пипец какой-то. Ничего страшного, у нас там еще на целый один день есть. Наверное. Алло, это подруга Реймонда. Чего? Какого Реймонда? Реймонд какой-то другой. Я слышала про его терапию, он перестал твердить об этих устройствах для сканирования, но он другой. Надеюсь, это пройдет. Да пофиг. Входящее сообщение от структуры. Воспользовавшись вашим факсом, мы смогли отследить члена восхода Луны. Во время нашего общения мы выяснили кое-что о импульсе. Как и подозревалось, восход Луны намеревался использовать импульс как оружие против структуры. Помимо этого, он упомянул нестабильность импульса. Нам нужно, чтобы вы добыли больше информации об этой нестабильности. Агент восхода Луны, само собой, был изгнан из структуры и сослан в зону отчуждения. Логично. 45-90. Ну, дедка надо точно лечить. Это без вариантов. Вернее, чинить. В последнее время Дон, кажется, слишком серьезно относился к своей работе охранником. Жильцы боялись его желания доминировать и подчиняться. Чего? А второй? Гей, что ли?
Один из трех основателей Delta Corp. Флориан специализировался на органах чувств, но недавно его жену стало беспокоить его поведение, которое она охарактеризовала как отстраненное. Я сомневаюсь, что там есть проблема, но... Давайте сгоняем. Денег нам в любом случае заплатят. Ну тут какой вариант? Если мы бы не угрохали того человека... Можно потише? Если бы мы не угрохали того человека, который любил поезда и расписание, то у нас бы просто денег не было. Здравствуйте, я ощутил ваш приход еще несколько часов назад. Давайте начнем. Бескрайняя пустыня. В нескольких километрах одиночный... Вернее, одинокий кактус торчал из красного песка. На нем рос... Вернее, рос один цветок. Даже от такого растения я... Его запах не слышат. Запах чувствуют. Нет такого выражения «слышать запах». Это бред. Это все равно, что... Да даже сравнений таких я не нашел вот за эти несколько секунд, пока тут размышлял. Нет выражения «слышать запах», есть выражение «чувствовать запах», когда вы, наконец, долбите себе вот это вот. Спокойствие, только спокойствие. Не любит кактусы, чувствует жажду обоняния. Обоняние. Миллионы людей, которые идут по улицам структуры, не обращая внимания ни на что вокруг. Они не чувствуют запаха, мы, наверное, нам нужно их пробудить, усилить их чувства. Пересказывать ночной кошмар. Идеалистичен. Будет своих соседей. Идеалистичен. Как будто это что-то плохое. Хотя, не факт. Напоминает желтый цветок, который мне подарила маленькой девочкой, чей... Разве чьей? Чьей матери я спас жизнь, не дав разбиться насмерть. На цветке осталось всего 3 лепестка. Несоразмерная награда за подобное свершение. Любит, не любит, лишен эмоций герой. Какой герой? Какой лишен эмоций? Ну хорошо, лишен. Надо же! Это же не соответствует нифига. Обостренные чувства не дают... Хотя ранят чувства других людей. Причина скрывалась не в эгоизме, а... В полном отсутствии сочувствия, эмоции просто исчезли. Ох, я не уверен. Флори... А, Барток. Я чуть не прочитал, как браток. Ну да ладно. Нормальный. Пойдет. Разработчик. Я не сомневался, кстати. Да, плюс 3. Ну, плюс 3 это, конечно, маловато, но тем не менее. Быстрым движением он хватает вас за руку и вкладывает в нее шприц полностью течащейся жидкости. Раскройте потенциал своих чувств, откройте глаза окружающему вас миру. Время плюс 25. Вот скотина. Ну зато он мне время не подкинул, так что норм. А, дедок 65, этот 15. Ну тут вряд ли что-то придется делать, а вот дедок... Но 65 это очень много. Давайте за дедком съездим. В принципе, если мы двух человек так покроем, то в день будем получать по плюс 6. Что, в принципе, почти соразмерно. Нажмите кнопку снаружи двери, посмотрите в камеру. А, сканер. Профессионал, я открыл дверь, входите. Хотите меня проверить? Нет, не хочу. Я в отличной форме, я могу сам о себе позаботиться. Интересно, давай, давай. Напяливай. Другие дети меня заперли в шкафу, уважал их решение. В смысле? Привели наказание, стыдился, скучал по школе. Стыдился. В смысле нет? Какого? Стеклянная дверь. Только взгляните на... Не выйти. Уважает границы, интересуется архитектурой, любит прозрачность. Уважает границы. Ух ты, подошва ботинка, какой он внушительный, кажется, совсем новый. Каблук выглядел чистым. Любит быть под каблуком. Разбирается в моде, подрабатывает сапожник. Разбирается в моде? Хорошо, подрабатывает сапожником. Ну, конечно нет, конечно нет.
Похоже на то, это он возле озера, где мы встречались в прошлый раз. Вы не могли бы это выключить? Общительно хранит тайное отношение. Правильно. Надо же. Удивительно, это светофор. Зеленый, а теперь красный. Превращал достойное уважение. Художник разбирается в структуре, хочет, чтобы им управляли. Хочет, чтобы им управляли. Да ты что? Да как это вообще сюда подходит? Это же бред. Почему показываете мне штаны? Кстати, на них полно складок, стоит по ним пройтись утюгом. Нуждается в порядке, мечтает работать прачечной. Ну да, 100 пудов. Любит давать советы. Так. Актер. Целый комплекс взаимоотношений с властью и мерами наказания и контроля. Опасения жильцов его дома вполне обоснованы. Чиним. Ну, мне просто денег за это отвалят. Ты плюс 145. Ну, наплевать на того дедка. Подумаешь, дедок. Вот, как вы привяжете меня к своим машинам, будет больно? Пофиг. Чего там у него? Ага. Не, ну... Я так не играю! Что это? Приехали. О, какая жесть. Давай сначала крестик. Крестик, крестик. Как мне в это попадать? Жесть просто. Так, мне нужны квадратики. Это они? Они. Отлично. Что там? Треугольник, треугольник, треугольник. Довольно просто. Там еще квадратики? Нету. А, буковка У. Ага. Ой, пардоньте. Это новый для меня аппарат был, так что ничего страшного. Еще раз. Какая-то морзянка. Так, крестики. А как это работает? Нет, а серьезно, как это работает? Треугольник, треугольник. Так, плюс 15, о. Богатеем потихоньку. Пускать людей. Пускать людей. Наркоман какой-то. Хотя не факт. Так, дальше. Ну, до детка мы точно не доедем, там 85, поэтому давайте что-нибудь сделаем, что ли. 55, 70, 60, ну, понятно. 25. Убирает стресс. За сотку, а там остальное закрыто. Ну, хорошо, тут еще 3 потребует от нас, да? Ну, давайте. Ага. Ну, допустим. Допустим. Настало время перемолоть кости наших врагов. Да это же звонок от человека. Наверное. Хотя не факт. Вы лечили мистера Де Алонзо. Да? Нет? Я не помню. Ну, да. Мы так рады, что он работал в нашем здании. Никаких стычек, никаких перепадов настроения. О таком охраннике можно только мечтать. А кое-что для вас собрали. 3 кепки. Клево. О. Сегодняшние новости среди граждан. Росла тревога, поскольку отчужденцы продолжали собираться за стенами города. Их намерения оставались неопределенными. Хотя и не факт.
Они начали приходить 6 дней назад, и сегодня возле северных и южных ворот находилось уже примерно 3000 отчужденцев. Невероятно. Ранее сегодня конструктор заявил: «Я видел вашу беспокойность, но я уверяю вас, что ситуация находится под контролем». Хотя и не факт. Так, 40 или 80? Ответ очевиден. Кумара, поглощенная невыносимой грустью, бросила свою работу. У нее быстро кончались деньги, и неспособность нести оплату определенно вгоняла ее в еще большую тоску. Ну, поехали, проверим. Надо было, наверное, еще на старте сразу скрафтить все эти вещи. Хотя и не факт. О, привет, вы пришли меня подбодрить. Таких я безутешными вам по буквам произнести. Что не так? Что вообще не так? Я чувствую пустоту. Нет причин бороться, зачем идти на работу, зачем вообще выходить на улицу. Действительно. Пучина океана бездонного и темного, волны разбивались, и каменистый берег. Глубокая ночь, не самая жизнерадостная картина, но и не самая ужасная. Хочет отправиться в круиз. Да, 100 пудов. Художественный критик, наверняка, да. 100 пудов. Художественный критик, который хочет отправиться в круиз. Мать ее больше нет, мы с ней так веселились. Каждое воскресенье проводили в парке треугольник. Тоскует, убила, мать у них. Как это вообще здесь появилось? Куда она уехала? В смысле уехала? Это мой привычный утренний маршрут. Гремучая змея через весь город из подножья начинания. Хотя нет, я так уже больше не езжу. Любит поезда, машинист поезда, вела рутинную жизнь. Вела рутинную жизнь? Надо же. Таки попал. Страдает из-за отсутствия цели в жизни мотивации. Мрачное депрессивное состояние мешает ей выполнять любую работу от техноплату. Вернее, техоплату. Вернее, оплату все-таки нужно вносить. Ну, давай попробуем починить. Что тут сделаешь? 12? А чего так много-то? 6. Так, смотри. Ну, понеслась. Давай. Не, ну ты что? Да? Хрен с тобой. Так, быстрее просто, по-моему. Так, не-не-не. Это вообще работает. А если просто крутануть очень быстро, то что произойдет тогда? Это какой-то кошмар. Где это? А только по 3? Это хрень. Такой бред. Я могу, конечно, попробовать крутануть очень быстро, но чё-то нет настроения как-то. Давайте побыстрее. Ей, 35 маловато. Ладно, сойдет. И что мы с ней сделаем? Счастье быть счастливой. Как заказывали? Нет, подождите, не-не-не, рано. Мы еще не докрафтили. Тут еще вот эта штука осталась. 65. Что ж так дорого-то все? Нет, тогда, конечно, тогда это.
Тогда дальше поедем. Конец седьмого дня. Я своего рода богат. Дочь, тонущая в море проводов, бла-бла-бла. Здрасте, что надо? Может быть, вы и вернули Мандари или Мандари? Счастье, но какой ценой? Она теперь на саму себя не похожа. Осторожнее с вашими процедурами, что-то очень не так. Да пофиг. Входящий факт. Ага, номер не делится. Вернее, не делится, не обсуждать. Что? Импульс становился угрозой. Эта злостная болезнь развивалась в носителе как внешняя сила, похожая на электрический ток. Разрушительная сила может высвобождаться специально или случайно из-за нестабильности. В любом случае, последствия катастрофичный импульс должен быть остановлен. Программа Фарады. Новое направление исследования в институте Зниньока. Ее цель — устранение импульса. Сейчас мы изучали 5 носителей импульса, также известных как дисрапторы. Дисраптор? Кто этот перевод делал? Нахрена вы это? Что? А, генераторы помех-то, ну... Что за пипец? Если вы встретите дисрапторы или любые признаки импульса, немедленно сообщите нам. А как они выглядят? Средства защиты от импульса получите с гражданства третьего уровня, вы сможете присоединиться к программе Фарады. Наконец-то наши способы бороться с импульсом. Эти дисрапторы должны быть остановлены, прежде чем они уничтожат все машины на основе Зиньока. Тоже работал на Зиньока, как и весь город. Возвращайтесь к работе. О, 105? 100? А чего так все? О, кошмар. Брита Браун испытывала проблемы на работе, ей нужно работать с посетителями, но она от них прячется. Ну, если я подключу кое-что, прятаться она точно перестанет. Поехали к мужику. Дитка починим, если получится, конечно. Я сомневаюсь, что сотки хватит для того, чтобы его починить. Пипиту, чудотворец, прорицатель небес, искатель истины, советник королей. Скажите мне, кто вы? Сборщик статистики. Сканер. Конечно, Пипиту это... Вернее, Пипиту и так в курсе. Просто вас проверял. Ну-ну. Один из призраков, которые населяли зону отчуждения. Стены защищают нас от них. Легко напугать, каменщик. Награждается от внешнего мира. Легко напугать. Да... Чего? Старая наблюдательная башня. Чего только не увидишь в старом бронзовом телескопе. Прекрасные виды. Ностальгирует, подглядывает, слабое зрение. Ностальгирует. Портал. Врата в Дерек. Нет времени на прощание с людьми. С любимыми людьми. Считал себя кем-то другим, любит ворота, травмирован. Считал себя кем-то другим. Дракон. На шее у него бриллиант. Раритет, за который многие... Вернее, за которым многие века охотились искатели сокровищ. Ювелир! Мир Пипиту. Или Пипиту. Считал, что одержим духом старого придворного мага. Если это так, то семейные проблемы станут меньшим из всех его бед. Хотя и не факт. Чиним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 14! Да что ж оно увеличивает-то все время? Не смешите мои склянки. Ну, поехали. Чё там у тебя? Показывай. Деревяшка. Давай начнем с этого. Кресты. О, нет. Только не кресты. Квадраты. У нас нет квадратов. Нет квадратов. Что это за квадрат вообще? Вот уж действительно. Придется квадрат убирать. Что я тут поделаю? Так, еще одним квадратом меньше. Ай-яй-яй-яй.
Ну что, стресс мы можем починить, это не проблема. Проблема в другом. Время закончится. Да, время закончится, я не успею просто. Понятно. Ну, время вышло, да. Жаль. Что, зафейлили, конечно. Я говорил, что сотки не хватит. Плюс еще лажа на квизе старту. Не очень весело. Сегодняшние новости. Этим утром человек был замечен за странной деятельностью возле дуньки вентилятора. Берегитесь этого странного человека и будьте начеку. Он очень-очень странный. А мы можем его дочинить сегодня? За 80? Прикольно. Ну ладно, ребятки, давайте-ка на сегодня заканчивать. Прикольная игра, мне, по крайней мере, понравилась. Продолжим с вами в следующий раз, ну а пока что такие дела.